Так, доброе утречко! О, даже часы подтверждают, что утро добренькое. О, нормально, на второй ботиночек сидеть найти. Так, возьмем коробку. Дальше мы пойдем. Через дорогу побежу. О, аккуратнее, аккуратнее. Леха бежит, Леха старается. Леха опять. Да блин, Василич! Да я застрял, Василич! Как ты мог, Василич, так поступить со мной? Как? Обалдеть, аккуратно, надо через дорогу ходить. Имбирь вон тоже показывает, как ходить, говорит, надо. Так, все, давай, выкидываем все. Что творится-то вообще? Что происходит? Так, ладно. Пипец, ребят, я, короче, нажимал на паузу, а паузу не отжал. Это просто, это жесть, я уже прошел здесь все полностью, все везде собрал, по всем этажам прошелся, и до меня только сейчас дошло, что у меня просто запись не идет, замечательно, офигенно вообще. Я ж не буду сейчас по новой, я как по новой, я никак сейчас назад ничего не верну уже. Это просто, в смысле, это просто жесть. Когда ты что-то делал и понял, что ты просто все делал в никуда. Вот бывает такая вот у меня. Что, блин, у меня кнопка, что ли, блин, зависает или что? Это просто, это пипец. Ладно, пойдем в подвал, короче. Будем подвал проходить. Просто я бегал минут 15, сейчас 20, все сделал, такой, все прошел, такой, ага, замечательно. И такой, а, ну, что, в смысле? И смотрю, такой, записи не идет. Хорошо, что это не через час заметил. Ладно, сейчас пойдем в подвал тогда. Вот это жестко, конечно. Сам себя взял, обманул. Я прям просто глянулся, смотрю на 47-й паузы. Такой, офигенно, что сказать. Па-па-па-пам-пам-пать. Ладно, пойдем, подвальчик проходи. Может, на то шел, я на паузу поставил, сделал тени поменьше, нажал, по-моему, 8, а он не нажал, короче. Думал, поменьше чутка будет притормаживать. А все равно не помогло почему-то. А может, дом четырехэтажный? Здесь слишком много всего вокруг. Фиг его знает. Короче, лайкосик за пропущенный контент. По-другому никак. По-другому никак. Вот бывает вот так вот у нас. В натуре сколько времени-то прошло? Ну да, минут 15 где-то просто в никуда. Вот такие вот дела. Ну, может, 10 минут. Ничего там интересного не было. С кодом зашел, там все сверху открыл, в смысле, и все. И все нормально. Никаких там интересных задач, новых нет. Так! Добрая ноченька в подвале здесь у нас. Создать. Четырехэтажное. Давай так же. 9 миллионов 13. Создаем новый подвальчик. Так, настройках. Давай, не будем смотреть. Так, опять этот голос внутри меня разговаривает. Давай, пошли. Пошли в подвал мы. Мы в подвал пойдем, что-нибудь найдем. Нифига себе, тут начало какое у нас замечательное. Так, пожарник Алексей пришел здесь опять. Мы будем здесь вместе что-то искать. Мы будем тушить. Мы не будем смеяться. Да ё-моё, я ж сгорел. Харе улыбаться. А чё ты не тушишься-то? Может, надо ту затушить, типа? Давай, тушись. Во, все. Все, мы на месте потушили. О, Василич! Нифига себе, ты горишь, Василич, на, с ним гори, да, типа горельца. Так, торты. И люди здесь стоят. Василич, ты что, обоссался опять, что ли? Ё-моё, от радости, что меня убил, что ли? Ч-ч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 
чи-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 ч
Вот это я молодец, конечно. Вот это я наступил сейчас ловко. Ну давай, давай, давай. Ты скорее тут сгорай. Опа. Чётенько по таймингу. Так, магнит. А, так я сюда в прошлый раз пришел, да, в эту дверь? А за другой дверью что интересно? Так, ты вообще вот здесь встань. Так, торт нашел. Ты не серчай. Так, перед спуском здесь поставим, чтобы точно там найти. Да все, лежи здесь, короче. Чё ты до меня докопался-то, а? Так, синий ключик мы нашли. Так, вот еще тут господин. Здорово, Василич. Как там дела? Василич уходит в подвал навсегда. Так, ну давай магнит здесь поставим тогда пока. Так, что у нас здесь было? Граммофон нам пригодится. Просто тут таскаем 100-500 вещей. Дядечка Василич, ты налей нам чай. Будем все таскать мы. Будем мы искать. Ай! И на банке красной. Будем подгорать. Так, все, пошли. Ну давай, давай, быстрей. Нифига себе, там мини-мишка какой. Мини-мишка, мини-медведь. Да ё-моё, да это мне не надо. Да сколько вас тут? Я ж, по-моему, всех их нашел, всех их принес. Да Василич пришел. Так, четвертый торт я донес. Подожди, четвертый. Уже пятый торт. И, короче, по 5 штук, видимо, на случай, если один не находишь, чтобы всегда был запасной. Василий сразу с запасом все делает. А, так мне сюда их таскать надо. Теперь все понятно стало. А я их туда таскал. Так, ключик нашел. Да где-то здесь что-то шумит, да? Да, вот он. Надоел шуметь. Вот он тоже шумит. Так, еще один ключик. Такие дела. Подожди-ка. Да я видел, видел код. Тогда я тебя вытащу-то. Ты можешь вытащиться. Во, спасибо. Во, ништяк, наконец. Так, карточки, ключи. Коды. Все у нас тут будет. Не переживай. Так, вот куда магнит мне нужен. Мы теперь узнаем. Будем мы гулять здесь, будем мы искать. Будем в холодильнике что-то отоплять. Так. Василич там гуляет. Ничего не понимает. Так, секундочку. Так, все. Тебя за этого ли? Надеюсь, за этого ли. Замечательно. Пойдем. Мы пойдем опять. И будет все у нас здесь стоять. Так, давай, давай, давай. Набирайся, набирайся. Ты старайся, ты старайся. Фига себе там чайник воды сколько влазит. Так, давай сюда. Раз, два, три, четыре, пять. Пора руки обжигать. Не надо руки обжигать. Руки обжигать вообще не весело.
Еще разочек надо будет. Вот прям не хватило, вот прям чуть-чуть прям. Так, пойдем отсюда. Пока есть возможность. Там Василич гуляет. Так, надо убрать отсюда, а то Василий сюда подбежит сейчас и это. Вот там вон уже кидается. Разбивает все. Все, давай, раз, два, три, четыре, пять. Пора все здесь отеплять. Все, ништяк. Так, взяли мы опять. Тын-тын-тын-тын-тын. Здорово, Василич. Че, как дела? Можно мне забрать у тебя вот этого вот пацана? Да ты че? Не нашел меня, главное, сразу. Вот так вот Василич распространяет заразу. Так, давай. Раз, два, три, четыре. Три, четыре, пять. Нам пора бежать, тут ключик забирать. Так. Здесь вот тортовая. Там с ружья стрелять. Будем пацанов мы здесь оставлять. Так, побежали. Так, торты. Торты, торты. Вы тарталеточки. Торты, торты. Так, что упадет, интересно? Я не понял, а что упало? А, вон ружье. Такой, вот это прикол, думаю. Вот это угорели, конечно. Так, отлично. Все открыли. Ружье, наверное, нам больше не пригодится. Так, еще один моментик мы забыли. Так. Давай вот этот заберем. Сразу. Вот это заберем, вот это заберем. И магнитик заберем. Сейчас Василич тут придет. Так, вот это тоже заберем. Все, короче, забираем. Ничего не понимаю. Василич, здорово! Здорово! Василь. Так. Где там комната-то была? Вот здесь. Да, вот она. Опа, зеленый ключ нашли. Опа, зеленый ключ нашли. Опа, мы тут-то с ним пошли. Так, вот это... Ой, чё ты творишь-то? Да. Конечно, я... Да ты чё? Блин, всё раскидалось. Такие себе я... Да ты что, издеваешься надо мной, что ли, или что? Почему я хучу в него ложу, он это? Так, еще ключ, вот он. Короче, пошел вон. Надо другую коробку найти. У меня коробка что-то сломалась. Василич, лови меня. Так, это для потерянных вещей. Это все понятно, конечно. Ощути себя бодрей. Так, а где я брал коробки? Просто взял все, раскидал здесь. Здесь, может, где-нибудь? Да. Так, давай ключи, мозги. Не, ну это, конечно, это прям жестоко со мной поступают. Теперь ходить все собирать. Ай, задолбало.
Да что за фигня-то? Короче, дело к ночи. Я топтал эти коробки. Они что-то у меня того сломались чутка. Еще раз. Последняя попытка. Да в топку у меня все вылетает просто из них. Короче, давай там где ниже, я туда лучше все сложу. По старой схеме. А тут вот что-то вообще какой-то кавардак творится. Сейчас бы главное там ничего не потерять. Нормально все лежало, потом коп все в моменте. Так, ключ еще и код. Да тихо-тихо, Васильич, подожди. Давай, лови меня. Лови меня полностью. Все, буду так лучше ходить, ну его нафиг. Может быть, я еще тут что-то потерял. Так, а, вот два ключа даже. Два ключа, код и этот. Так, вроде... Вот еще ключ у меня здесь есть. А что, всегда код, что ли, 7085? Ну, реально код всегда одинаковый. Его можно, мне кажется, просто запомнить и все. Так, там еще один ключ был. В шкафу, который я не забрал. А вот не уронил бы все. И не разбился бы так сейчас нафиг. Как непонятно кто. Все, давай, пошли. Там в подвале разберемся. Что мне еще надо? Все я забрал. Ружье на всякий случай тоже захвачу. Тогда там же скину. Пусть все лежит. Ну его нафиг. Так, здесь я стрелял. Магнит тогда забери. Да уберись ты отсюда. Давай магнит тогда еще сразу захватим. Пусть вообще все лежит. И вот так будем постепенно меж этажей спускаться. На нафиг! Че, даже не могу. Не специально бегу, ломается все. Специально бегу, ничего не ломается. Фига себе тут. Васильич там что-то в руках даже есть. У меня, кстати, возможно, что есть этот красный ключ. А может быть, я его вот только что подобрал. Дело прошлое. Так. Ага, понятно. Давай занимаемся. Занимаемся, занимаемся. Нифига не прохлаждаемся. Три. Четыре. Пять. Нужно дверцу открывать. Такие вот дела. Здорово, Васильич. Бегает он там с книгами. Давай! Как мне это надоело-то, а? Я огонь унес. Я просто огонь унес. Вот это вот коробка. Прям огонь уносит. Где же ты, Васильич? И где тебя тут носит? Леху здесь поносит. Огонь он там уносит. Так, давай сюда теперь все переносить. Что-то было здесь или что? Там банка просто. Так, пойду еще перенесу. Так, а ниже что тут у нас? Ага, светящимся ключом открыть все можно. Понятно. Сразу сейчас его возьмем. И вниз скорее мы пойдем. Так, синий ключик. Так, 3, 5, 8. 5.
Только что тройку видел. Вот она. Тройка. 8. Так, главное синий ключ сейчас с собой взять. А у меня там есть вообще синий ключ? Да у меня там целый вагон уже ключей. Мне кажется, там что угодно может у меня быть. Здорово, Васильич, лови меня полностью. Так, побежали. Синий ключ. Так, вот он, синий ключ есть. Сбросим, заодно дальше пройдем сразу. Между делом, пока бегаем здесь. Так, ключи. Ключи мы составляем. Нифига не унываем. Так, давай. Опа. Открыли. Сюда мы зашли. Но мы ведь лом пока не нашли. Так, надо лом где-то находить. А где лом взять? У меня же его не было, пока я его нигде не брал вроде. Ладно, пока будем лом искать. Будем сюда все переносить. Как-то так, как-то так. Пам-парам-парам. Фига себе, сковородка какая у него. Четкая. Блин, Васильич пришел. Васильич пришел, ему все не имется. Васильич поймал. Ему отлично живется. Так, все, давай, пошли. Следующую фигню давай переносим. Лома у нас не было же. Так, а вот здесь может что-нибудь в подземелье быть? Так, лом, либо молоток где-то надо найти. Так, давай-ка вот сюда, дайте мне пройти. Молоток, молоток, молоточек. Дней моих веселеньких, дружочек. Молот, молоточек, молот. Без тебя как будто я упорот. Так, что там лежало такое внутри, непонятно. Так, здесь я вообще так понимаю. Как бы особо-то и не бывает. Так, Васильич зашел. Так, сверху где-то поискать. Может, там где-то еще пропустил молоток. Ну, а как еще могло быть? Как-то где-то могло быть. Хотел сказать, мне бы коробочку добыть. Да нафиг мне ваши коробки не нужны. Где-то, может быть, в самом начале на стене лежит, например. Что здесь я не вижу. Здесь цифры одни. Тут попробуй, что-нибудь найди. Не, ничего, что сверху на этих не бывает. Ничего, а так прикинь, так каждый раз все облазит, это офигеешь. Давай, Васильич, лови меня. Сейчас сверху сразу посмотрю. Может, что-то где-то лежит еще. Потому что вещей было дофигища. Что-то где-то мог пропустить. Тин-ти-тин-ти-тин-тин-тин-ти-ти-тин-ти-ти-тин. Ломик мне найти бы. Где же его мне взять бы? Где же молоточек мне найти? Молот. Ты молоточечек. Чик. Фейверк. Опять случился. А Васильич не побрился. Так, ну здесь просто это и все. Здесь ключ, больше нифига здесь нет.
Так, давай ищем. Тут опять все заморозилось. Здорово, Васильич, лови меня. Будем дальше искать молоток. Так, здесь мы поискали. Ничего мы не нашли. Здесь мы погуляли. Такая же фигня. Где же молоточек? Где же ты, родной? Молот, молоточек, пора тебе домой. Тын-тын-тын-тын-тын. Не, ну молоток-то это молоток, он не маленький как бы. Здесь ничего не вижу, не вижу, нифига. Вот такие вот здесь вот дела. Вот оно ружьишко. Вот он наш магнит. Мало только не видно. Так. Мне честно, вот в этой вот комнатушке что-то вообще бывает когда-нибудь? Нет? Потому что здесь я ни разу ничего не находил. Всякие кристаллы и так далее. Так, давай-ка сложим все сюда. Да где тут что, об что ударяется-то? Фига себе, картиночка какая у нас тут имеется. Ну, молот! В смысле, это не ключ найти. Чё ты не прыгаешь-то? Ай! Может, Ваня где-то лежит? Да, в натуре Ваня лежит. Ваня же всякие вещи же лежат. Я про это вообще забыл. Все, Васильич, пошел вон. У меня там дела важные. Бежим! Пока он тут все разгребет, я уже все эти открою. Давай, давай, открываем. Открываем. Мы, наверное, тут с тобой угораем. Потому что не впервой. А граммофон у меня был? Нет, я не помню уже. Может, потому что, судя сейчас, что-то где-то открывалось, это, скорее всего, граммофон мне понадобится еще. Так, понятно. Ё-моё, Васильич, как же ты достал. Васенька Васильич. О! Отмычку надыбал. Так, вот здесь воду слить. А туда мне что надо еще раз? Фига тут самолетик. Какой четкий самолет. Давай, Васильич, по прыгушке. Так, мне надо это. Долбить чем. И вентиль взять надо. Понятно, понятно. Давай, побежали. Тын-тырын-тын-тын-тын-тырын-тын-тын. Так. Вентиль, долбить. Давай что-нибудь с собой возьмем. Карточку, например. Пусть будет. Пусть будет, так уж и быть. Так, вентиль, давай вентиль сразу закроем вопрос. Вода пусть пока откачивается, а мы тут будем делать строительные работы у Васильича в подвале, ё-моё. Да ё! Давай, я слава, я снесу всю полностью нафиг. Так, Васильич меня там опять где-то видит.
Василич Васильевич меня не развидит. Вот с кирпичом тут стою я. Такие дела. Он мне потом мешаться будет всегда. Тин-т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 ин. Так, пошли. А, вот это у меня штучка же точно есть. Так, давай ключи какие-нибудь возьмем. Случайные ключи с собой возьмем. И дальше мы в подвальчик снова мы пойдем. Так, там вода, наверное, слилась уже. И акула обозлилась. Во, белый ключик мы нашли. Акулу не вижу. Ну и фиг с ней. Не сильно-то она мне и нужна. Так, ништяк. Второй замочек нашли. Так. Карточку. Вообще, все руки освободил себе. Так, ладно, это мы все сейчас сделаем. Это куда ведет? Так, ладно, сюда я пока не могу пройти. Вот у нас хранилище данных. Давай вот здесь где-нибудь складывать все. Все, что можно, будем здесь складировать. Что-то я куда-то не туда бегу, да. От слова совсем, вообще не туда бегу. Это еще я много где ничего не посмотрел. Потом буду бегать, по-любому все переискивать на 20 раз. Да ё-моё, Васильич, я уже дошел до этого места. Ты бы позже бы мог спуститься. Либо раньше. А то вот в натуре ни раньше, ни позже. Так, давай, идем. В натуре бегаем тут, бегаем, просто километры нарезаем. Так, вот эта фигня мне по-любому где-то пригодится, мне кажется. Так, вот есть еще, я помню, 7085. Так, давай, ищем. Так, что у нас где есть? Давай что-нибудь тут понадыбаем сейчас. А, ну давай эту фигню разгадаем, чтобы открыть. Причем она тоже одинаковая всегда. То есть она не случайная. Всегда одно и то же. То есть, да, первый раз интересно, а потом уже как-то это. Хотя я тоже, это как бы не докапываюсь. Тут вообще все офигенно. Тут титанический труд просто. Так. Письмецо здесь снова я найду. О, таблеточки. Таблеточки Василича. Подожди, сломанный валяется. Так, карточка 7085. Так, карточка лежит ништяк. Ты мне и нужна. Нет, ты не та карточка. Так, вот ты, наверное, та карточка. Ништяк. Так, черный ключ у меня там, походу, есть где-то. Так, давай еще какую-нибудь фигню с собой возьмем. Может, что-нибудь куда-нибудь подойдет. Так, мы тут открываем. Внутрь мы зашли. Что же мы, Васильич, в подвальчике нашли? Так, все, надо эту всю фигню открыть. Так, а лом я еще куда дел? Вопрос на миллион. Я его сверху, да, оставил, там, где дверь открывал? Походу, да.
Василич идет, Василич идет, Василич, не надо! Все, 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 хватит, Василич, успокойся, успокойся, спокойствие, главное, спокойствие. Так, а у меня, может быть, даже все ключи уже есть. Так. Это сюда. Это сюда. А чего отмычка? Зеленый ключ у меня есть, молоток у меня есть. Не, ну я по крайней мере думаю, что зеленый ключ у меня есть. Да, вот зеленый ключик имеется. И все, у меня остался молоток, и все, отмычка, а чего тогда? Так, на всякий случай. Чтобы было, так сказать. Так, а где я открывал-то? Во! Ништяк! Все, что надо, я нашел и в хранилище пошел. Там я что-нибудь найду. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Нет, сюда. Не сюда бегу опять. Надо дома оставлять. Так, давай, давай, давай. Открывайся, не хворай. Чик, мы в хранилище заходим. Так. Йоху. Так, возьму себе немножко золота, чтобы было. Все, это мне хватит до конца жизни. У Васильевича еще много осталось. Делиться надо, мне всегда так вам говорил. Так, кто здесь? Васильевич? Ё-моё, валим, валим, валим отсюда. А куда мне бежать-то? Не помню нифига. Давай, 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 убегаем, убегаем, убегаем. Подожди, Василий, что, рядом, что ли, где-то? Не вижу ничего. Не туда прибежал. Во-во-во-во-во, давай, 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 сюда, 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 сюда. Бежим! Все, Василич меня уже не настигнет. Потому что Леха золотом сбежал. Давай, выход, выход, быстрей! Наш ебак, сообщите о нем в комментариях под нужной версией мода на мод ДБ. Надеюсь, что мод вам понравился. Вы захотите пройти все 10 миллионов домов, столько же подвала. Ребят, напишите, стоит ли еще проходить этот мод. В принципе, самый большой дом, самый большой подвал мы прошли. Так что я думаю, что может быть, даже может быть не стоит до ближайших обновлений, пока какая-нибудь новая версия не выйдет. В принципе, все везде проходит, все ломается. Жаль, что у меня 10 минут ролика, конечно, потерялось в никуда. Если ты думаешь, что в этот момент я там что-то как-то пролетел, то напоминаю, что тут, если врубаешь команду ГОСТ, то происходит вот так. И ты оказываешься просто в небе. Вот и все.
Вот, как-то так реально, потому что у меня, короче, кнопка 8 западает, которая отвечает за возобновить трансляцию. Ребят, не забывайте подписываться на канал, ставить свои лайки, жать на колокольчик, подписываться также на Рутуб, на Дзен, везде подписываемся, ребят. На этом все, с вами был я, Леха Смертник, ребят, всем отличного настроения, всем удачи и всем пока, давайте. Всего хорошего, ребят, до новых встреч, пакета всем. И лайк не забудь поставить, ты же досмотрел до конца, значит понравилось. Ну подойди прямо сейчас, лайк нажми, есть телефон, слушай, прямо сейчас нажми с телефона лайк. Ё-моё, жалко что ли? А если на Рутубе смотришь, то нажми в топ, чтоб я был в топе. Давай, пока всем.